Ё-моё. Как тебе Эйнарды, столько штук? Еще нифига себе они топчутся. Ну что, ребята, выживание началось. Уго, не дамажат вот так вот. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Тони Старк, Кокоас, Делайт, Чебузаврик, Куёка, пацаны, поздравайтесь. Всем привет, гамлетики. Всем привет. Если опять кушаете, приятного аппетита, а у нас аниматроники гоняются за нами, веселимся в Гарри Поттере. Кто больше всех проиграет, мы в конце ролика посмотрим через таб, тот лох. Серега, давай, проигрывай. Нет, после тебя только. Так, слабо, слабо, ставим еще, давайте только другого, давайте поставим... Гличтрапа. Ты чё так близко ко мне? Ну я хотел на самом деле, чтобы он тебя убил. Ха-ха, ну не получилось. Ничего, все хорошо. Так, ну как-то очень просто. Фокси. Беглайт сдох. Ну нафиг, Дима, я в могилу. Чего ты? О, я в здание зайду и закроюсь. Все, они не зайдут, они двери не умеют открывать. Окошко разломаем. Так, я сейчас еще поставлю. Давайте еще Фокси честно? Поставим. Отлично, отлично. А что нечестно? О, кого-то убила. Ребята, мне такое нравится. Так поразбиваем стеклышки все здесь. Все у нас по красоте. Привет. Обернись, Дима. Их не пускай хоть. Ёперный театр. О! Чпоньк. Серега, тут еще внизу же есть подвал. Подвал? Тут в каком бункер? Здании? Тут куча зданий. А вот это здание, которое как пиццерия, заходи в него. Так, подождите. Знаю, там глич-срап. Глич-срап? Да. А вот так вот. Отлично. Твою мать. Ну что, Серега, нормально, да, весело? Да. Так, сейчас я еще поставлю. Что-то мало. Давайте еще поставим. Вот эту черепиздриху. Убил! Да как он это сделал? Да он был далеко, что за бред? Эй, отвалите. Серега, ты умер хоть раз? Да, я умер из-за того, что какой-то додик забежал это и туда забежало 10 сранематроников. Я такое люблю. Опа, да что он тут стал? А, блин, придавил меня, смотрите. Еще раз я умер. Так, надо поменьше умирать, потому что близится роль лоха ко мне уже. Так, здесь можно закрываться, кстати, это очень хороший знак. И в окошко можно вылезти. Так, пацаны ходят. Дима, я вижу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сюда нельзя. Да, что, Серега? Вот смотри, видишь? Да. Ой, блин, я сдох. Отлично, мне это нравится. Да ё-моё, и следком сразу я за того Серега пошел в то же место. Яблок от яблони далеко не падает. Это точно. О, как ты думаешь, если мы поставим Sister Location, они будут драться? Файтинг между аниматрониками. Ну вот это было бы интересно, сейчас мы их, короче, стравим. О, смотри, он убил, дерутся. Ребята, давайте, 3000 лайков, и мы делаем битву аниматроников. Но у него очень много жизней. Я вижу, как тратит, мы уже поставили мод на ХП. Так, но он медленно дамажит, это очень долгая битва. О, Фокси идет, Фокси, смотри, идет помогать. Так, ну что? Замочили Эйнарда! Втроем, это же нечестно. Ну, видишь, они как красиво действуют. Да, молодцы. Странгл. Еще разочек. Странгл, да, слабый. Фантайм Фокси сдох. Ты представляешь, насколько мощная? Да. Опа, смотри. Сейчас его опять замочат. У них жизни мало. Эй, за меня не надо. Ну да, смотри, они их топчат просто. Фредди. Да. Федор сдох. Будем тогда ставить, кто мощнее. Бум. А смотри, он в путь перегородил. Ну тварь, а. Я его запомнил. Скин на лице. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся снимать веселое, классное. И даже ролики заходят в тренды. А что у нас тут? Давай, падай, тварь такая. Ну что ты, воду? А, он залез в воду. О, я могу здесь постоять. Мы тут аниматроников просто купаться отправили. Круто, ты их заскалил. Переиграл и уничтожил.
Посмотри. Сейчас удалим дверь. Вот это вот. И вот это. Они решили принять душ. А чё он стоит здесь? Кто стоит? Так, подожди, давайте оружие помощнее возьмем. Сейчас мы его убьем. Он специально вход чекает, я не могу пройти. Кто-то может зайти в здание? Серега, зайди. Ну это же нечестно, ну ты это. А, вот так значит. Так, я хочу в них пострелять, попробовать. Сколько у них жизней? Дима, а тут я их в озеро закинул, они ничего не сделают. Буду спамнить сейчас много одинаковых. Проверим, сколько мы затащим. Готовы? Да. Да. Ой, сам себя подписал. Нифига себе, толпа Фокси! Ребята, то, что вы любите. Вакханалия и мясо. Я не знаю, они просто бегут всех Ого, 4 раза подряд, да как так можно убить? Так, внутри, внутри. Закрываем двери. Закрываем двери. Двери не закрываются. Зашел, 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 прощайте. Да как он бьет на расстоянии? Что за бред? Что за фигня? О, я здесь пока постою. Да, ну смотри, через окно убили. Вот это мясо. Мне такое нравится. Сколько штук я поставил? Штук? 20 штук где-то поставил. Пока мы убегаем. Все хорошо. Отличненько. Я вижу, кто-то на заборе стоит. Убили, убили еще одного. Кокоса 2 раза убили. Мне это нравится. Так, в помещении внутри кто-то ходит. Отлично. Ничего себе, они там толпой бегают. Серега, ну что, ты видел, какая там толпа? Большая. Так, сейчас надо еще поставить. Да ты смотри, что делается. Вот там перестань. Да. Пока каждый не убьет, ты что? Опа, они внутри. Так, давайте все-таки возьмем оружие. Так, я возьму оружие. Я возьму оружие. Гранаты красные. Ой, отлично. Смотрите, как дамаг проходит. Нифига себе, хутаж дергается. Еще разок сюда. Дверь, дверь, дверь. Отлично, дверь закрыл. Пойдет, мне это нравится. Кидаем сюда гранатку, чтобы их... Ё-моё, Дима, ты псих просто. Да, я люблю много штук. Так, их не дамаг. Театр Дима за мной аниматроник увязался. Да? Серега, да, ничего страшного, не переживай. Ну блин, ума как. Чё, как у пчелы. Да блин, да. Да что, ты видел, сколько раз они меня убили? Это что, реально? Yes. Они, Дима, за тобой бегут, беги. Да ну не успеваю, они меня просто мочат. Да ты смотри. Блин, ну это класс, мне нравится. Дима, может, давай-ка замочим их, а? Ну давай, мочи, давай, чем их можно помочить? Сейчас возьму пушку. Ой-ой-ой, РПГшечка хорошо зашла, но вот ничего не изменила она. Да ты смотри, ну Серега, отомсти за меня, пожалуйста. Ах, вы тварь, а. Сам же наставил их много штук, и теперь погибаю. Да мужики, отстаньте. Да ну что вы. Ого. А их не возьмет. Они в воду залезли, я вытащу их. Валите, твари. Серега, хочу жестче сделать. Понял, сейчас мы очистим карту. Ой, ребята, сейчас будет что-то вообще неимоверное. Так. Сейчас я поставлю пушечку, тогда сразу подготовлю, Дима. Ты готов, Серега? Ну, почти. Ё-моё. Как тебе, Эйнарды, столько штук? Понял. Еще нифига себе не топчется. Ну что, ребята, выживание началось. Ого, они дамажат вот так вот. На ходу прям. Эй, ты чё двери чекаешь, тварь? Так, портал. Отлично, мы сейчас будем, короче, спетливать. Отлично. Что, Серега, застрею, да? Да, я их вытаскиваю, чтобы, ну... А, чё ты не спрыгиваешь? Ты что, сышь? Да, вот спрыгнул. А, вот так, значит. Я спрыгну, монетка. Дима, монетка. Да блин, да не дамажит просто момента. Вы чё, офигели, что ли, Эйнарды? Давайте, выходите. Толпа. Ой, Серега убил своих.
А, кстати, и подамажил, у них жизни неплохо так. Отлично. Отлично. Еще вижу. Пойдет. Блин, классный пак, классный. Сдохни. Помогу, помогу тебе. Ух, ку, Серега разошелся. Давай, гаси. Снимается? Снимается. Дима, подо мной, замочи. Еще. Серега, ну ты мясник еще тот. Резню устроил. Готов? Да. Ой-ой-ой, под горячую жопу попал. Серега, их просто стирает в порошок всех. Убийца она, убийца. Это ролик, ребята, не убегаем от аниматроников, а мочим аниматроников. Что-то у них жизни, да, многовато, Серега? У них жизни, они бессмертны, нет худа жизни. А, есть, есть, я вижу. Они просто так дрожат, что я не наблюдаю и успеваю. Ой-ой-ой, убивает наших. Спасибо. Я буду мстить, я буду мстить. Ай-яй-яй, ты представляешь, что сделала? В яму мне скинула. Бежут. Отлично, выстрел в живот. Еще разочек, неплохо. Неплохо. Как-то так. Ого, Серега прицепил пушку. Она крутится полностью по всей оси, да? Она крутится как попало. А, во, нормально вроде бы сориентировался. Ну что, ребята, сейчас будет самая жесткая волна. Готов, Серега? Давай. Они же запрыгнут, да, могут? Давайте проверим. Или они не... А, эти не лазят. Ой-ой-ой-ой-ой. Пошел в действие. Ой, Дима. Гранатомет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что творится? Вот это у нас вакханалия. Ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании. Любой может зайти, записать, поугарать и пообщаться. Я не знаю, как выйти на улицу, там просто такое что-то творится. Так, Дима, давайте монеткой проверим. Мочит их или нет? Дима, они еще по стене лазят. По стене, да, все-таки эти лазят, да? О, я вижу руками. Блин, они мощные. Так, за мной никто не бежит? Отлично, еще один коллекционный труп. Так, я вижу, ну их три, их там много. Пацаны, я вам помогаю. Ох, там он об землю, видели, брал и кидал его? Опа, телепортируется, вообще чуметь. Серега, прощай. Прощай. И меня замочили. Так, помогаем нашим. Ты что? Серега, тебя убили, я видел, как он... И меня опять замочили. Они какие-то неадекватные. Ну, я тоже неадекватный. Да? Я тоже неадекватный. Так. Давай тогда взорвем бомбу, что ли. Под картой, кстати. Я сейчас нахожусь под картой. Сейчас будет, ребята, мега взрыв. Серега, ты готов? Давай. Как ты говоришь, мента с колой? Угу. Хорошо. Как ты думаешь, умрут? А, они уже были мертвы, всех убили, да? Просчитывается вода. Ты что, поставил бомбы тоже? Да. А я думаю, что она взрывается как-то неадекватно. Думаю, нифига себе, как такая баночка столько взрывов делает. Бред какой-то. Там просто это, этих монстров, знаешь, куда? Куда, я посмотрю. Карты закинула. Ой-ой-ой-ой-ой, я одну бомбу ставил. Это уже твоя. Так я одну только поставил, что она взорвала. Смотри, Дима, они в углу все. Я вижу. Ребята, вот я не отдыхает после ядерного взрыва. У них даже глаза повыпадали. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, ролики.